Всем большой привет! Сегодня в очередной раз столкнулась с вопросом, во что и как лучше посадить орхидею. И знаете, вот миллион советов всегда идет под таким вопросом и кучу споров. Наверное, самое главное, по моему мнению, чем я всегда руководствовалась в этом вопросе, это вы, ваши возможности, ваше время. Потому что, по сути, орхидею можно посадить на что угодно и во что угодно. Потому что, в отличие от других растений, орхидеи в своем большинстве эпифиты, и им вот эта вот посадка нужна для опоры. То есть, если вы можете позволить в плане своих условий блочную посадку, блоки шикарно подойдут. Единственное, что да, есть очень большие растения, которые неудобно сажать на блоки. Но опять-таки, тут тоже все зависит от вас. Если вы можете предоставить такой огромный блок, у вас есть где повесить, как повесить, учесть, что он будет безумно тяжелый, но опять-таки есть желание и возможность, то нет ничего невозможного. А когда еще я говорю про возможности желания посадки на блок, это, например, бывают люди, у которых очень сухо, но они готовы брызгать горшок. Не горшок, извините, блок и утром, и вечером. То есть, по сути, как бы они выбирают, уже отталкиваясь не от условий, да, потому что сухо, как бы блок не вариант. А от их возможностей у них есть желание, силы, время на то, чтобы встать, там, например, купать блок по утрам, опрыскивать его по вечерам или далее. Опять-таки, у вас может быть сухо, но у вас может быть возможность, поднять влажность, организовать тепличку, место какое-то для орхидей. Уж полез, гад. Это ж надо было через такие мелкие дырочки. То есть, может, у вас есть желание и время на всю эту заморочку, тогда, конечно, блоки для вас. У кого очень высокая влажность, например, и неудобно в горшках растить, потому что ничего не просыхает, растят на блоках, поливают раз в неделю и рады, счастливы, довольны. То есть вот такие разные варианты бывают. Если же мы говорим про горшок, и вы захотели именно в горшке содержать, то тут, так вернусь назад, опять-таки горшок вы подбираете по вашим условиям, вашим возможностям и то, какой субстрат вы будете использовать. И есть... Мы все знаем пластиковые горшки, да, они бывают обычные, вот такие, без дырочек, да, и вот такие вот у меня с прорезями уже заводскими, а есть у меня, так, все же надо поставить, как было, одной рукой не очень удобно, а есть у меня заводские без дырочек, но я в них... Сама делаю дырочки столько, сколько мне надо, на той высоте, на которой мне надо, там, где я хочу. И вот сейчас я их тут у себя на полке ищу и чего-то не нахожу. Так, есть еще вот такие заводские горшочки. Видите, они в дырочку, уже сразу много дырочек, классные тоже. Вот, то есть тут выбор ваш. Есть у нас глина, особенно если она не обожженная, она дышит, она классная. Но к ней сильно присасываются корни. Вам надо быть готовым, что горшок придется бить, например, при пересадке. Корни могут ломаться. Ну и просыхает, на самом деле, в такой посадке гораздо быстрее. Хотя, честно признаюсь, мне эта посадка безумно нравится. Сейчас покажу. Я нашла себе... Вот такой невысокий, но очень широкий горшочек. И посадила туда пурпурату. Мне очень нравится. Пурпурате тоже нравится. И, честно говоря, если бы я нашла еще, он, к сожалению, был такой горшочек один, я бы себе на будущее купила, потому что я хочу все свои пурпураты посадить в глину. Мне удобнее их растить в глине, потому что верхушка очень тяжелая, очень массивная. А пластиковый горшок переворачивается, его надо очень утяжелять. А вот в глиняном горшке я не столкнулась с такой проблемой, мне не приходится полгоршка насыпать камней, чтобы держать все это. И поэтому, да, мне нравится глина, плюс я уже пристрелялась с поливом, научилась, и мне в глине уже удобно.
Хотя, да, изначально мне было удобнее в пластике прозрачном, потому что я видела, что происходит внутри горшка. Если говорить про разницу между глиной и пластиком, глина быстрее просыхает, горшок дышит, пластик не просыхает. То есть, если у вас очень, опять-таки, сухо, то пластиковый горшок для вас хороший вариант в плане того, что он будет дольше задерживать влагу, но, опять-таки, с этим надо не переборщить. Ну и опять-таки вы комбинируете, если вы любите, вот я просто люблю кору, да, вот мне нравится просто в коре, поэтому я могу себе позволить там не делать дырки в горшках, хотя опять-таки в некоторых горшках я все-таки делаю. Мне глина подошла, и я не боялась, что я залью, потому что у меня достаточно сухой субстрат, да, это у меня там лава лежит и кусочки коры. И, по-моему, там еще есть речные камушки на дне. Не помню, не буду врать, да. И я не боялась, что я залью в глине, не видя корни. А про то, что суховато орхидеи, по ней, собственно, по бульбам хорошо видно, по листьям, тут я подстраивалась. И, опять-таки, если вы любите, например, сажать в мох с кока-чипсами, это все очень влажно, пожалуйста, глина достаточно ваш вариант. Это удобно. Плюс глина из-за того, что она испаряет влагу, она, знаете, как по принципу, как люди потеют, она сама себя охлаждает, поэтому летом это классно, удобно, но зимой, когда у вас холодный подоконник, в глине могут мерзнуть и гнить, как следствие. То есть, опять-таки, здесь вы подстраиваетесь по условиям. И, честно говоря, на самом деле научиться и подстроиться можно, поливать все, что угодно, в чем угодно, если ты понимаешь свои условия и понимаешь, что хочет орхидея. Поэтому, по сути, на самом деле, горшок – это очень часто больше вопрос эстетики, когда ты разобрался с орхидеей. То есть вначале берешь прозрачный пластиковый и вот учишься. Потом уже сажаешь во что угодно, и оно прекрасно растет. Кстати, пластик не обязательно должен быть прозрачным или непрозрачным. Я слышала много мифов о том, что нельзя сажать пафиопедилумы в прозрачные горшки, потому что непонятно почему, и потому что корни сгорают от солнца. Ну, давайте начнем с того, что пафиопедилум в принципе не должен стоять на открытом солнце. То есть, если он стоит в нужных ему условиях с достаточным притенением, то корни в прозрачном пластиковом горшке гореть не будут. Это абсолютно не страшно, у меня прекрасно растут, и никаких проблем с этим нету. Что же касается непрозрачного горшка, ребят, если у вас стоит в непрозрачном горшке на таком ярком солнце, да, где, грубо говоря, вы говорите, что если поставить в прозрачном, корни сгорят, то, ну, ребята, а в непрозрачном горшке вы не знаете, что происходит. У вас там может быть перегрев. Особенно если горшок темный, то, ну, привет, действительно, орхидея может свариться. Привет, корни будет, полный привет. И они очень нагреваются, сама орхидея очень перегревается. И когда такое происходит, проблема заключается в том, что вы орхидею поливаете. Она из-за слишком высокой жары не пьет воду, она тормозит в развитии, она уходит, скажем, ну, грубо назовем это, на вынужденный покой, чтобы сохранить силы, дождаться более комфортных условий и тогда уже продолжить свой рост в полную силу, да? А вы туда льете. И получается вообще очень плохая картина в плане того, что вы льете, орхидея засыхает, вам кажется, что вы не доливаете, вы льете еще. В итоге, когда вы высыпаете, у вас там сгнившие корни просто в хлам, перепревшие полностью субстрат, кучу грибков и животных и истощенная орхидея. Вот такая бедося случается, я это не раз видела. И поэтому вот если вы новичок, то лучше, наверное, прозрачный горшок, чтобы вы понимали, что там внутри происходит. Вот. И, в принципе, если вам не нравится прозрачный горшок, всегда можно купить непрозрачное кашпо, желательно, если, опять-таки, на окне стоит светлое, чтобы оно не прогревалось. Единственное правило при покупке кашпо – это обязательно должен быть зазор между стенками кашпо и стенками горшка, чтобы туда проходил воздух, чтобы была циркуляция воздуха. Кому не жалко, те, например, делают частенько в кашпо дырочки дополнительные или покупают, есть такие очень симпатичные сейчас кашпо для орхидей, глазурованные, керамические, с дырками,
смотрится классно. Кстати, про глазурованные горшки. В принципе, они имеют место быть, но к ним придется относиться, как, с одной стороны, как к пластику, потому что этот горшок не дышит. С другой стороны, зимой не совсем как к пластику, потому что все-таки там, если, скажем так, нутрянка глазированная, то она, конечно же, воду не впитывает, но она холодит сильнее, чем пластик. Если нутрянка не глазированная, то она впитывает все-таки воду и какой-то отдает. И тут вот есть тот момент, что орхидея тоже может в зимнее время подгнить. То есть, опять-таки, совсем надо подстраиваться. Я, например, ну, как видите, у меня большинство в прозрачных горшках, и я кому надо, делаю дырки. Сейчас покажу. Углядела. Вот. Да, горшочек достаточно высокий, и вот однородная кора одной фракции, дырки, супер-пупер, дело пошло с дырками. Мне так нравится очень. Дырки делала сама, столько, сколько мне надо, как мне надо. Вот, да, здесь мне понадобились дырки. А есть у меня орхи, которые не очень быстро пересыхают, очень активно пьют воду, при этом в больший горшок их пересаживать не стоит. И вообще я не хочу их лишний раз дергать. И планирую пересадить их, да, например, через пару лет, но я не хочу поливать их каждый день, поэтому я хитрю, я ставлю их в кашпо. А, к сожалению, на этом балконе у меня такого варианта нету, он есть на другом, но на него я идти не буду. В общем, у меня они стоят в кашпо и не просыхают. Ну, как не просыхают? То есть просыхают, потом конденсат, и еще несколько дней они стоят сухими. И получается сейчас где-то раз в 5-7 дней их поливать. А если бы, например, они стояли без кашпо, то это через день. Через день стабильно. Кстати, вот опять-таки достаю всю ту же товарку с корнями. Вот она. 3 дня можно поливать. Напьет как конь. Страшная мадам. Вот ее можно поставить в кашпо в этом же горшке и не мучиться с таким частным поливом. Но пока что-то как-то у меня руки не дошли. Мне на самом деле это дошло только вот сейчас, когда я вам ее показывала. Странное дело, да? На том балконе у меня стоят все в кашпо. Тут я как-то почему-то пропустила этот момент. Надо об этом задуматься на самом деле. То есть вот вы можете вот так вот поиграть кашпо со своими условиями. Плюс кашпо удобно, там, кто особо эстет, под настроение, не знаю, под дизайн, под цвет цветка, который распустится. То есть у вас всегда будут вариации. Вот. Так что, в принципе, как вы видите, мы горшок выбираем под себя. Орхидеи вообще все равно, какой горшок. То есть главное уметь понимать субстрат, понимать, что надо орхидею, понимать свои условия и понимать, как поливать в том или ином горшке. Все это приходит с опытом. То есть надо попробовать, не попробуешь, не узнаешь. Может быть, там какую-то орху и сгубить придется, но или не совсем. Но оно все равно опыт. Отрицательный, кстати, опыт один из самых полезных. Вот, дорогого, конечно, стоит, но приносит огромный результат. Ну вот, честно вам скажу, в орхидеях, вот когда вот в котлее, да, они у меня на балконе, им подошли мои условия, они растут, классно все. Я понимаю, что им надо, я понимаю свои условия, понимаю много чего, но огромным опытом с ними я похвастаться не могу, потому что мне не пришлось преодолевать какие-то трудности в плане температурных режимов, там, вот этих подстраиваний, да. То есть у меня тут пошло более по накатанной, поэтому хоть у меня все достаточно неплохо растет, цветет, пускает корни. А там встать и сказать, у меня черный пояс по котлеям, я не могу. Нет, я до сих пор себя считаю в котлеях и лелиях новичком. Не стесняюсь этого абсолютно. И потому что вот, ну, так сложилось, что я чуть-чуть не столкнулась с особыми трудностями. И многие вопросы, с которыми сталкиваются люди с котлеями, для меня это вот только как... Я это только слышу, но я с этим не столкнулась. То есть вариант, у меня уже столько лет живет, не цветет, что ему не хватает, опять-таки у меня нету, потому что все, что нужно для цветения, да, там яркий свет, перепады, сухие периоды, я это все устраиваю, и это все, вот знаете, идет чередой само за собой.
У меня все на балконе, за окном похолодало, на балконе похолодало, полив упал. Все, полив снизился, они дольше стоят сухими. И вот он, собственно. Ну, в общем, все у меня получается природное и само собой. По горшкам, наверное, все понятно. Мне, кстати, вот очень понравились. Вот такие кашпо, но они, зараза, по цене мне не очень нравятся. И прозрачные, и двойные. И, ну, вот они до дна не достают. В дне единственный минус, они вот тут вот достаточно плотно прилегают по краю, но есть небольшие дырочки вот тут между ними. При желании можно здесь проделать дырочки, в дне. Вот лучше вот тут, наверное, в такой посадке, лучше вот тут в дне делать дырки. Это воду надо, кстати, слить. В дне сделать дырки, чтобы шла лучшая циркуляция воздуха. Вот так вот. Но у меня, в общем, здесь пока без дырок, пока меня все устраивает. И очень удобно, кстати, вот так вот также делить, например, котле и сажаешь, она переползает из горшка в горшок, ты потом ризома, чик, у тебя два горшочка. И, кстати, интересно сажать некрупные фаленопсисы тоже, они в разные стороны свешиваются, красиво цветут. В общем, мне понравились такие кашпо, узкие, длинные и невысокие горшки там получается, что, ой, безумно удобно. Но иногда останавливает цена, скажу честно. А, кстати, вот непрозрачный. Вот у меня. Смотрите, видите, в непрозрачном. Но там, даже достану, покажу. Вот такие куски коры. Так, а ну-ка, дайте заглянуть. Видно? Вот видите? Вот такие куски коры. Их там несколько штук лежит. И корневая самого дендра. Вот, но он у меня содержится. Кто у меня спрашивал про этот дендробиум? Ну, очень сухо. Прямо чрезмерно иногда сухо. Но цветет при этом. Вот так-то все. Я думаю, мою мысль все поняли. Неважно в чем, главное, чтобы вы умели в этом поливать. То есть знали, что с этим делать. А растить можно в чем угодно. Хотите в пенопласте, хотите в органике, там кора. Главное соблюдать именно требования, которые выдвигает, скажем так, орхидея, то есть должен быть максимально воздухопроницаемый субстрат с кучей воздушных карманов и должен быть адекватный полив по тому, что нужно в данный момент орхидеи. А уж что вы выберете для посадки, это абсолютно, опять-таки, лично ваше дело, ваших вкусов, ваших возможностей, ваших условий, на что вы готовы пойти, на что вы не готовы пойти. И на этом, пожалуй, все. И... О, нет, не все. Есть вот такая посадка, я ее показывала. Вот. Я так люблю сажать, когда на блоки приходят. У меня вот это так сидит, наподобие у меня сидит целогина, потому что она растет лесенкой. И наподобие я бы сажала, скажите мне, фрагмопедиумы, которые растут лесенкой. Видите? И интересно получается, достаточно дополнительной влаги испаряется из коры, из горшочка и питает блок. Плюс растение растет вверх по блоку, корни уходят вниз, кору могут питаться. Мне очень понравилась такая посадка. И, как я уже говорила в одном из предыдущих видео, это оказалась та посадка единственная, в которой у меня растут, растет пока одна энциклия или эучиль. Так что я надеюсь еще пару лет понаблюдать и вам завестись еще несколькими, а то по-другому они у меня не росли. Вот на этом теперь точно все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. Всем солнечных дней, пышных цветений и пока-пока!